антиопухолевого мира. Сегодня у нас необычное мероприятие. Не только открытие выставки фотографий и киноплакатов, но и пресс-конференция посвящена открытию четвертому ежегодного кинофестиваля «Свидание с Россией». Я хочу, прежде чем начать конференцию, хочу представлять нашего главного организатора этого ивента. Это Владимир Владимирович Пирожок. Пожалуйста, вам слово. Я присяду, да, перед конференцией в домашнем добром формате, да, тем более специальное свидание. Спасибо огромное за представление, но скажу прямо, я не главный. Главное это, конечно, правительство Москвы, поклон Алексею Семеновичу Собянину, нашему мэру, поклон примару, главный это примар Бельц Илья Георгиевич Усатый, это, конечно, вице-примар Клея Николаевна Сава, которая так много сделала для нашего фестиваля Бельца. И особая благодарность Веронике Константиновне Караулан, тоже наш стимул, наш мотиватор. Она нас беспокоила, тревожила, и вот мы все здесь из Москвы. Москву и Бельцы связывают очень теплые отношения. Вы знаете, в мае буквально мы были здесь с большой делегацией из Москвы, праздновали вас на юбилее 595 лет городу Бельцы. Это было незабываемое представление, помню, парад, праздник, лица улыбчивые, город просто светился радостью. Я знаю, как бельцев любят Россию, любят Москву. Спасибо вам за эту любовь. Конечно, конечно, это же самое наше достояние нашей делегации, это каждый его часть, да. Но позвольте, пожалуйста, прежде всего хочу начать с патриарха нашего кино. Не будем бояться этого слова, классик комедийной кинематографии. Многие фильмы, поставленные по его сценарию, стали уже шедеврами, прошли испытания временем. Наш дорогой, незабвенный и единственный Аркадий Яковлевич Кинин. Незабвенный, говорят, на похоронах. Мы тут все-таки... Я общаюсь с компьютером, поэтому... Кстати, вот здесь афиша фильма, по-моему, 72-й год. 75-й, я извиняюсь. Которая прошла просто феерически по экранам Советского Союза. Миллионы и миллионы зрителей. Как кинокомедия «Между небом и землей», поставлены по сценарию Аркадия Яковлевича Ильина. Поклон ему и уважение. Он ветеран нашего фестиваля, потому что народный молдаванин России. Это не первый раз с нами здесь. Так что спасибо ему. Он сегодня сам о себе еще расскажет. И на концерте и покажет свое мастерство. Хочу представить нашу уважаемую даму, актрису Инна Разумихина, пожалуйста. Да. Она и актриса, прекрасная, дипломат, певица. Вы все это сегодня увидите. Играла в работу всегда. Да. И супруга заслуженного артиста Российской Федерации. Я считаю, это мужественность, благородство, достоинство нашего российского и советского кино. Борис Ильич Галкин, пожалуйста. Буквально реплика в сторону. Для него Бельцы особый город. Он был один из последних, кто общался с испытанным волонтером. Вы знаете, они вместе собратья. Вот как собратья исторической России и Молдовы, вот так они символизируют своей дружбой, вот это единство. Галкин и Михаил Волонтир, они вместе снимались, вы помните, два бестселлера, которые прошлись по экранам в зоне особого внимания, и ответный ход, да, прекрасная работа, великая работа. Всем родом из детства, поэтому представлять Бориса Грачевского, я думаю, бесполезно. Незабвенный, да. Прародитель, основатель Белошара. И главное, он хранит это удивительное, я считаю, настоящее достояние, так сказать, России и, может, даже мировой кинематографии, потому что аналога такого комедийного журнала, проекта нет нигде. Спасибо ему за это. Рядом с нами, уже не первый раз, сказать, наш собрат, сотоварищ, прекрасный певец, вы все его полюбите, уверен, в первых Бельцах, Вазген Оганесян. Вот поскромничала певица из Молдавии, Дойна Бурдианова. Пожалуйста, представьтесь, она тоже будет сегодня. Дойна, встань, пожалуйста.
Ну и, конечно же, мой главный партнер, организатор нашего фестиваля, вы все его знаете, многие годы работал в Молдавии, возглавлял Российский центр многих культуры, Владимир Евгеньевич Рыбин. Гибу будет? Мы ждем, потому что Николай Ефимович Гибу. Поприветствуем Гибу. Ему в этом году 80 лет. Старайтесь. Гордиться нужно такой цифрой. Здорово. Еще моя особая благодарность, это представитель русской общины города Бельчи, Бельцев, тоже все его знаете, который так много делает для нашей дружбы, Павел Арсеньевич Гучас. Ну, буквально два слова о нашей программе, затем, я думаю, что мои коллеги уважаемые скажут. Итак, разрешите, пожалуйста, чтобы все было правильно. Правильно. Надо служить линейкально, все будет хорошо. Берем образы правления в наши руки. Сниматься был тень, не сниматься у вас, хотя бы не чипуры. Сын Конорат Астес, спевален, как это у меня ваше, ламаркаря ули, венемент, не портан, венжу историю.